И снова здравствуйте, всем привет. Итак, в начале ролика хотелось бы ответить на несколько вопросов, которые были мне заданы. Значит, первый вопрос — это будут ли ролики еще на канале. Да, ролики будут, чуть-чуть, наверное, реже. Может быть, раз в неделю, может быть, чаще, может быть, еще реже. Но ролики будут. Так, по второму вопросу, где творческий рост, почему за столько времени именно модели не стали профессиональными. Я уже говорил в некоторых роликах об этом, что у меня именно ноутбук Honor и мыша. Если делать модельку более качественно, с хорошими текстурами, там как проработка, допустим, кожи, цвет и так далее, то у меня просто мой ноут, но это дело не вытянет. А гробить его я, в принципе, не хочу, потому что вы сами знаете, что финансовое положение сейчас у многих именно тяжелое. И как-то в планы у меня покупать новый там ПК и новый ноутбук пока нет. Если что-то сейчас наладится, конечно, хотелось бы взять и ПК хороший, и, конечно, 3D принтер. О, ну пусть пока мечтой повисит. Ну а пока именно давайте дальше какие-то фишки рассматривать. Итак, вы делаете, допустим, модель. Но у многих с анатомией, ну как, ну в принципе никак, да, вот поначалу. Потом уже, конечно, там, ну, кто занимался бодибилдингом, там еще знает, трицепс, бицепс, широчайшие, там, ну, вот это он еще крупные мышцы, ну, знает, где находится, да? Ну, возможно, даже мелкие, если профессионально, так сказать, внедрялся в это дело. Ну, а вот если вы лепить, вроде бы как научились, а как дальше сделать модельку, допустим, анатомически правильно? Ну, давайте рассмотрим такую, как, ну, обманку, что ли. Ну, по этой обманке потом можно будет учиться именно, да? Пока вы одну, вторую сделаете, вы уже поймете, что да как. Итак, подгружаем Base Mesh. А то я что-то, наверное, затянул. Как мне говорили на этом, как на пленуме ЦК КПСС ты тут. Ага. Итак, Base Mesh по прошлым роликам. Вот когда вы где-то что-то в этом духе накидали, ну, навряд ли в этом духе, ну, по-простому, да, сейчас я все это объединю и попробую все это дело сгладить, и чтобы, ну, как бы меньше вот этого всего было, да. Так, или, наверное, нет, этот уже Base Mesh, здесь вроде бы мышцы, тут держать его не сгладить, ну, не беда. Давайте сделаем вот таким образом. Выберем какой-нибудь примитив, новую сцену откроем и импорт. Я тогда, ну, более приближенный, не хочу изначально делать, значит, сначала болванку, так. Итак, вот такой базис. Вот такой базис. И давайте я его немножко сглажу, чтобы это более правильно было, да, показано. Вот как раз он хорошо тут сглаживается. Все, зашибись. Тут колени, ноги. Но если вы хотя бы вот такое набросали, так, здесь потоньше. Вот это тогда будет уже, ну, прям таки хорошо. Вот вы сделали такого вот персонажа. Делаем ему сейчас Modify Topology Mirror and Well, чтобы он отзеркалился. Так, и вот теперь какая фишка будет. Нам нужна текстура. Текстуру можно скачать в интернете. Так, рабочий стол. Подключаем. Ну вот, где-то хотя бы вот если такое вот сделать, можно даже вот без ключиц, без ничего, вот, ну все, гладкий, да, вот,
все, ни мышки нету. Здесь трубки какие-нибудь. Ну, представили, короче. И теперь текстурку подгружаем именно с анатомией. Опа-на! И что? И вот теперь мы сможем это все дело, значит, сделать полноценно. Так, я его сделал чуть-чуть прозрачней, чтобы видеть персонажа. Можно красить даже не вот на таком вот уровне по персонажу, а вот даже на таком будет краситься все нормально. Shift-Z пока отключим, делаем побольше, значит, полигонаж. Полигонаж можно прибавить Ctrl-D, Ctrl-D, Ctrl-D. Но можно, значит, сделать лучше Dynamesh'ом. Побольше ставим полигонаж. Даже можно, ну, где-то зима-лето. Ну, давайте поставим, чтобы 500 тысяч хотя бы было. Ну, вот 874 тысячи полигонов, это нормально. Будет рисоваться The Air Good. Так, теперь Alt, левая кнопка мыши, и нужно нам подгадать размер, значит, ну, приблизительно нашего вот этого персонажа. Так, ставим кисточку стандарт на раскрашивание. О, видите, в принципе, подгадалось. Я не знаю, так. Так, вот таким образом. Но если забанят за его внешний вид, тогда этот ролик будет на Дзене или на Рутюбе. Итак, хорошо все это дело красим, все, покрасили. Переключаемся в материал в такой вот цвет. Вы видите, что нет ни носа, в принципе, мышцы только нарисованы. Теперь перекручиваем нашу картинку. Подгадываем ее, значит, нашу руку. Находим приблизительно, опять же, где плечевой сустав, где у нас разграничение. И стараемся, куда не надо уже не залазить. Ну, вот, допустим, вот плечевой сустав, и вот от него что-то этакое рисуем. Так. Нарисовалось. Видите, что плоховато. Ну, сделаем тогда побольше это дело, чтобы поместилась полностью картинка на наш вот этот. Так, это вот уже края уходят. Значит, уменьшаем картинку, подгадываем как-то, перекручиваем. Z отключаем глаз и пробуем нарисовать. Вот, и с этой части теперь, ну, придется чуть-чуть нестандартно, если у вас будет персонаж, то придется где-то вот какую-то часть увеличить, допустим. Так, это значит Z и... Так. Ловим, значит, нашу вот эту часть. Оп. О, ну, где-то так. Здесь потом не суть вопроса, уже где-то можно докрасить, где-то доделать. Ну, даже хорошо, что модель у нас, видите, нестандартная, что мышцы-то нету, он же, ну, в принципе, как считается непролепленным. Так, теперь Shift-Z по ногам. Определимся, уменьшим, опять же перекрутим. Ну, здесь ноги, видите, в раскорячку стоят. Значит, будем их рисовать в раскорячку. Так, ловим где-то вот так. Чуть-чуть еще перекручиваем. Подгадываем. Z отключаем. И красим нашу ногу. Делаем Modify Topology Mirror and Well. Так, все, наш персонаж вроде бы созрел. И теперь что нужно сделать? Нужно покрасить, чтобы не залезть на другие детали, потому что у нас тут еще реф есть, ну, как сказать, другой, да, вот этот референс. Так, ну, более-менее выравниваем, и это все... Стараемся ровненько. Можно даже кисточку, наверное, поменьше. А, ну, в принципе, сейчас
Видите, попало все по плечам, по всей штуке вот этой. Так, ну а теперь заднюю часть ног. Так, перекручиваем. И опять же делаем зеркалку. Каким образом? У нас зеркалит слева направо ZBrush, да? Поэтому делайте. Вот подгадываем рисунок. Вот. Не подгадался. Значит, ну смотрим. Вот так, вот теперь. Ну, чтобы две мышцы вот эти были, чтобы мы их могли пролепить потом. Так, колени на месте. Вот колено чуть-чуть. А ну-ка, Ctrl-Z. О. Лучше тогда, наверное, Ctrl включить курв. И давайте. Или даже можно лассо. Вот лучше лассом. И лассом вот так вот. Раз, 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 раз. Подбить вот эту окрашенную часть. H6Z. Вот эту часть перекрасить. Именно ноги, да? Чтобы у нас спереди не исчезали вот эти вот колени. Рисунок, чтобы, ну, так, не нарушился. Mirror and Well. Так. Ну, по задней части тоже по рукам. Давайте пройдемся по ним. Значит, перекручиваем. И находим заднюю вот эту, задний вид руки. Опять же, подгадываем по размеру. Вот где-то, вот он, плечевой пояс. Так, что у нас там? Отзеркаленный, ну, в смысле замаскированный. Все нормально. Вот раз, и даже палец попал. Это и есть good. Это даже хорошо. Но, так, что у нас тут не попало? И, ну, в принципе... Так, еще делаем поменьше. Вот у нас отсутствует, видите, вот эта верхняя часть, и поэтому все так произошло. Так, теперь Shift Z, Z, перекрутка. И нам понадобится, допустим, вот голова. Так, далеко не залазим тоже. Так, теперь нам понадобится боковая вот эта часть. И, кстати, вот она уже, ну, или вот эта часть. Лучше использовать вот этот выверт. Почему? Потому что лучше будет рисоваться. Так, делаем теперь инвертацию Ctrl-I. Инвертируем нашу маску и желательно вот, смотрите. Так, значит, руки пока без разницы. Нам понадобится вот эта вот часть, вот брюшина. Ну, тут нарисовано. В принципе, нам нужны будут только вот эти. Так, Ctrl-Z. Переключимся, значит, такой вид. Ctrl-Alt. Немножко ее тут очищаем. И нам нужно нарисовать, в принципе, только вот эту ногу, да? Ногу, ухо, вот эта вот часть. Значит, делаем лучше вот так вот. Маскируем то, что нам надо. Так, это значит, ну и пусть будет нога. Вот эта часть. Так, ну по ребрам тут вроде бы все нормально, можно будет подкрасить. Так, по рукам, в принципе, все. Ну вот, делаем Ctrl-I. И давайте попробуем теперь Ctrl-Z. Так. Z.
развернем наш реф. Z отключим глаз. Сначала вот эту порисуем штукенцию. Ну, вот что-то в этом духе. Где-то плюс-минус, не суть вопроса, да? Надо же еще показать, как это все дело можно обыграть. Так, руки красим одним цветом. Почему? Потому что нам не надо, чтобы они тут надувались, менялись. Так, ну по ногам, в принципе, что? Ноги — это отдельная тема. Тоже можно найти референсы. Точно так же все пальцы, все понарисовать и по ним уже все это дело делать. Так. Вот этой черной части быть не должно. Так, где ее найти? Так, ну такого подвыверта я не вижу. Ну, значит, немножко давайте порисуем. Если где-то не получается что-то как-то сделать, ну, сами тут поэкспериментируйте, а там уже доводка будет, уже будет нормально. Так, это C. Можно тут отбивочку как-то сделать, ну, кисточку поменьше. Вот. Типа жила, да? Потом, ну, C тут можно тоже как-то подбивать. Здесь можно подзакрасить, чтобы этого не было. Тут подмышка. Здесь чуть-чуть поменьше. Переходик. Ну и все. А вот она еще. Вот она еще часть, которую нужно чуть-чуть вот так подкрасить. Все, зеркалим. Делаем Mirror and Well. Все, ну тут по голове я ролики показывал. Тут не суть вопроса. Нам анатомия головы не нужна. Ну просто, чтобы было в одном тоне. Первый вариант, значит, пробуем. Ну что, опять же, по прошлым роликам это маскинг. Must be color, must be intensive. Заходим в деформацию. И нужно вот это вот по цветам надуть. Так, inflate. Это толстый гражданин. Так, отключаем пока цветность. И мы видим, вот они наши проработки мышц. Ну, кисти мы отрежем, и они нам не нужны. Так. Ну, вот такой. Если сейчас... А ну, давайте попробуем еще Ctrl-I. Инвертируем маску. Инвертируем маску. И, значит, геометрии. Так, опять же, маскинг. Пардоньте. Так, где он тут у меня? Маскинг, маск, та-та-та-та. И, короче, скайл, да? Так, чуть-чуть поднадуем другой именно слой. Ну вот, увидите, что здесь уже вообще все четко, но есть тут где белые цвета, идет ломка. Поэтому оставляем чуть-чуть надутым. Так, пробуем еще. Так, и понемножку, значит, лучше надуть. Смотрим именно, можно закрасить вот эту часть, ну, уже приметить ее. И Ctrl-Z, допустим, как ее... уменьшается вот таким вот образом. Все, она там нормально все это дело выглядит. Ctrl, снимаем маску, отключаем цветность.
Вот чуть-чуть стало меньше этого, да? Это не есть good. Значит, оставляем предыдущий вариант. Вот этот. Не, не этот. Еще предыдущий. Вот этот, на. Да, вот этот удачный. Все, Ctrl, снимаем маску. Переключаемся на какой цвет. Почему тут такая штука стала? Ну ладно. Так, цвет вырубаем. Кисти заменяем. Включаем кисточку, используем кисточку стандарт и кисточку Clay Buildup. Ставим brush, ставим на автомаскинг Bug Face Mask. Интенсивность ставим на двоечку. Побольше, значит, нашу вот эту кисточку. Даже можно и поменьше. Вот для грудины можно побольше. И все, вот они вам мышцы. Просто теперь осталось их аккуратненько вот это все долепить. Потом все это дело сгладить. И у вас получится так, фикс симметрию включаем. Вот, пролепливаем, значит, бицуху. Пролепливаем вот эту плечевой пояс. Можно набросками пока. Вот. Здесь у вас мышцы в передней части уже хорошо проработаны. Задние чуть-чуть поменьше. Можно уже тут посмотреть на картинку и, в принципе, уже что-то добавить от себя. Не суть вопроса, если у вас будут какие-то расхождения с анатомией. Я думаю, не в медицинский институт делаете. Вот здесь можно уменьшить вот эту вот часть, отбить. Значит, здесь у нас локоть. Здесь у нас идет как бы кость. Здесь уже идут у нас вот эти вот мышцы. Вот вот эти вот. Ну, где-то можно выглаживать. Где-то чуть помягче. Вот плечевой пояс. Здесь уже отбиваем его вот таким вот образом. Здесь вот передняя часть. Вот они у вас все наметки. Считай, вам рисунок, по которому нужно все это дело пораскидать. Позвоночник вот отдельно тут уже он нарисован. Шейный отдел. Ну, шейная мышца. Вот она. Тоже ее дорабатываем. Потом где-то подтянуть, если у вас модель нестандартная. Так. Ягодицы тоже. Тут тоже кисточку побольше можно поставить. Так. И вот. Тык. Сохранение. Это вот уходит мышца вот сюда. Ну, где-то выглаживайте, потому что они будут мышцы где-то более острые. Так. Вот таким вот образом. Так, теперь по прессу. Рисуем. Здесь более-менее так поднакидать, ну, чтобы хорошо было. Ну, а здесь уже добавляем массу побольше. Уже смотрим по персонажу. Так, здесь вот волнистые линии. Можно вот кисточкой стандарт добавлять, если что-то вдавливать. Что-то вот, допустим, если у вас есть вот эта волна, вот, ее лучше нанести. Здесь отбить, допустим, ключицу. Вот так. Вот с мышцами шеи понятно. Потом где-то отбить вот эти вот квадраты. Здесь вот поменьше сделать. И выгладить чуть-чуть. Потом все это опять же будет дорабатываться.
Так, ну и в середину как отбивать? Через Alt выбираем. И волнистыми такими движениями уходим вот сюда. Здесь вот видите, еще одна мышца есть. Но на картинке вы ее будете видеть. Она идет вот так вот. Так. Здесь идут вот мышцы. Вот такие вот крестцы вот эти вот. Оп. Вот так вот. Ну а здесь вот в нее входит вот эта мышца. Под, ну, где позвоночник. Я не знаю, как она называется. А здесь через Alt получается вот что-то вот в таком духе. Вот. Вот такая мышца идет. Здесь уже идут крылья, отбивка, вот эти мышцы, которые идет под подмышку. Идет вот так вот широчайшая. Ее можно надувать. Так, здесь идет локоть. Словом, просто можно даже вот немножко тут порисовать вот таким вот образом. А потом по рисунку уже где-то пролепить. Так, здесь бицуха. Предплечье. Ну, а тут уже наработка. Итак, когда у нас мышцы проработаны, ну, если, конечно, они вам нужны, если вы будете делать под одежду, то такие вот именно такая анатомия, она в принципе не нужна. И просто немножко, ну как, все это дело сглаживайте, чтобы были контуры. И персонаж будет смотреться нормально. Ну, ноги, если под штаны, под какую-то, то здесь не надо. Если только у вас не Халк или персонаж, допустим, в шортах, то да, тут уже прорабатывайте мышцы. Так, теперь что еще можно сделать? Ну, персонаж готов. Где ему подобрать цвет? Давайте найдем другую текстурку в интернете. Выбираем текстурку, подгружаем. Вот такой вот персонаж. И теперь давайте попробуем на эти мышцы покрасить, значит, его не напрягаясь. Так. Выбираем опять же RGB. Все это дело прокрашиваем. Если не хотите, чтобы кисточка красила с задней стороны, ну, тыльная, да, то на эту кисточку ставим опять Bug Face Mask. Ну, опять же, производим маскирование и все по тому же принципу. Так, Shift Z, выбираем, допустим, спину. Так, где у нас тут? Ага, это спина, чтобы не перепутать. Подгадываем мышцы. Но если найдете персонажа более-менее вот в такой позе, то можно использовать эту вот, этот референс. Тут уже можно что-то сгладить. Мышцы, чтобы не так явно были. Когда вы будете, значит, что? Когда вы будете сглаживать все это, то отключайте цвет. Вот, отключили цветность. Все это дело выглаживаете персонажа. Вот, чтобы он стал помягче, тут, допустим, чтобы мышцы не так явно были, врубаем, и вот у вас уже персонаж, ну, уже более-менее такой, ну, покраской. Можно теперь использовать этот цвет в качестве, значит, ну, базового вот этого, ну, как, цвета тела. И вот у вас уже, вот они, проработка мышц, вот их уже тут видно.
Они более-менее правильно раскрашены. Ну, вот такая штука. Единственное, что вот грудину вот эту вот нужно больше массу накладывать, больше пролепливать, чтобы она была, ну, как-то вот таким вот образом. Потому что персонаж у вас может быть разный, ну, в смысле по форме. И поэтому нужно вот за этими деталями более-менее нормально смотреть, чтобы, ну, не получилось, что она, видите, плоская такая. И вот у вас на выходе с хорошими текстурами получается неплохой персонаж. Ну, конечно, вам нужно будет по прошлым роликам разобраться именно с лепкой вот этого лица. Ну, лицо можно, кстати, и тут подправить уже по этому рисунку. Тут выемку глаз, нос вытянуть, губы чуть проработать. Если вы игровой какой-то персонаж, то, в принципе, сдалека будет смотреться very good. Ну, вот такая информация. Все, всем пока, до свидания.